Всем привет, уважаемые любители хороших игр, с вами Сергей, и я хотел бы пригласить вас 1 января на день рождения канала. Каналу исполняется ровно 1 год, и это не шутка. В первом январском стриме я расскажу историю канала, что было сделано за этот уходящий 2019 год, и, конечно же, какие планы стоят на 2020. Да и Дед Мороз с новогодними подарками тоже обещал заглянуть на трансляцию, я с ним договорился. Увидимся 1 января, до скорой встречи.